Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для Dragon Fighting Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Star, также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Нажимаем на кнопочку Inject. Ждем, пока произойдет Inject. Так, и, как видите, довольно долго происходит Inject. Скорее всего, он даже не случится. Как видите, у меня открылось пустое окно и ничего не происходит. А если вдруг у вас так же случилось, как у меня, значит, смотрите, что нужно делать. Наводитесь на иконку Роблокса в нижней панели задач и через крестик закрываете это окно. Далее еще раз нажимаем на кнопочку Inject. И со второго раза всегда получается заинжектиться. Так, подождем немножечко, и как видите, получилось. Отлично. Потом вставляем скрипт. Так, что-то не то нажал. Вот, все, отлично. И нажимаем на кнопочку Xcode. Все, сейчас он загрузится и появится. А сразу скажу то, что скрипт такой себе. Видно то, что он коряво написан. Ну и как видите, функций очень мало. Можно было намного больше функций добавить, и, к сожалению, эти функции еще коряво работают. Но пока что плейс новый, то есть скриптов почти нету. Было два скрипта, вот нашел только вот этот, а второй скрипт я искал, но почему-то ссылки на него нигде не было. Даже была одна ссылка, но там была ссылка на вирус. Так что перед тем, как скачиваете какой-либо скрипт или чит, всегда смотрите на ссылку на сайт и так далее. Потому что многие оставляют ссылки на вирусы, чтобы украсть ваши данные. Вот, я этого, если что, не делаю, чтобы вы знали. Так, ладно, давайте, в принципе, начнем. Первая функция AutoCollect, ну, в принципе, понятно то, что она собирает все то, что падает. Но сразу скажу то, что использовать ее в принципе не обязательно, потому что еще хуже у вас будет работать скрипт. Используйте, ну, только для автофарма, возможно, для автооткрытия яиц. Также мы сейчас посмотрим, как яйца скрываются. Я не проверял, но автофарм работает очень криво. Если еще дополнительно автоколлект вместе с ним включить, то будет еще хуже. Значит, заходим в автофарм, выбираем первый левел. И начинаем потихонечку атаковать, получается, вот эти манекены или NPC. Так, все, одного мы убили. Как видите, про что я говорил, скрипт работает очень криво. То есть мы его убили, он тпхнулся сразу на другого. Вроде бы нормально начал его дамажить, но в какой-то момент мы просто умерли. И такое будет происходить, ну, каждую минуту примерно. Вот, как видите, опять мы умерли. Давайте посмотрим, как работает на втором уровне. Может быть, там чуть получше это будет работать. Ну, слушайте, вроде бы как получше работает. Но это, скорее всего, на первое время. Мне кажется, сейчас опять мы умрем. И заново нас тпхнет, получается, на этого NPC. Также, кстати, если появится лучший скрипт, я обязательно сниму видеоролик еще один. Чтобы было удобно и комфортно использовать скрипт. Вот, ну, как видите, вроде бы как на втором уровне, ну, полегче фармится. То есть не полегче, а намного лучше. Пока что я не умираю, дамаг идет, все отлично. Но на первом уровне, конечно, это работает довольно криво. Так, давайте сейчас убьем, все убили. Выключаем и давайте сейчас прокачаем урон. Так, я не выключил. Все, выключили теперь. На кнопочку стоп нужно нажать. И тогда выключится. Так, бежим сюда. Прокачиваем, получается, дамаг. Да, все отлично. Прокачка идет. Как я понимаю, это стоит всего лишь 2 монеты. А, сейчас 3 монеты стоит. Так дешево прокачивать. Что-то очень странно, кстати. Не думал то, что так дешево будет. Так, ладно, давайте быстренько до 100 докликаем и посмотрим, как
После этого будет работать скрипт. Может быть, станет лучше. Не знаю. Сейчас мы с вами это посмотрим. Все. А, стоп. Как выключить? А, погодите. Получается, кликать не обязательно. Просто включаете, и за вас автоматически прокачивается дамаг. А я, блин, кликаю так, как дурак. Ну ладно, в принципе, без разницы. Можете кликать, либо же включить на автопрокачку. Там получается, один раз на кнопку нажимаете, и урон у вас прокачивается. Так, и я потратил все монеты, как я понимаю, да? Да, весело. Ладно, включаем, значит, автофарм на первый уровень. Смотрим, как сейчас мы будем с вами фармиться. Ага, как видите, происходит все то же самое. В принципе, я не удивлен. Давайте посмотрим, как работает на втором уровне. Так, вот мы убили. И на втором уровне, получается, начинает работать опять точно так же. То есть, в принципе, ничего особо-то и не изменилось. Да. Сейчас меня опять убьет, как видите, и все. В принципе, понятно. Ну ладно. Более-менее это, в принципе, скриптом можно пользоваться, но вы будете меньше получать, скорее всего, монет, чем фармиться самому. Но это не точно. Также давайте включим автоколлект. Ну, как видите, автоколлект тоже работает очень криво. Вот там вот монеты валяются, и подобрать он почему-то их не может. Так, ладно, давайте выключим. И последнюю функцию проверим. Это получается автор открытия яиц. Так, стоит, получается, 500 монет. В принципе, у меня хватает. Как называется яйцо? Командир. Да, такое название получается у яйца. Значит, выбираем камон. И смотрим, что будет происходить. Ну, пока что ничего не происходит, как видите. Возможно, даже эта функция все-таки не работает. Да, как видите, не работает. Ну ладно, в принципе, нам остается пользоваться только этим скриптом, пока не сделают лучше. В принципе, я думаю, сейчас пару дней пройдет, и уже кто-нибудь сделает лучше скрипт. Естественно, там уже все будет работать адекватно и культурно. То есть, все задачи будут выполняться очень хорошо. Возможно, этот скрипт обновят, сделает лучше. Я пока точно не знаю, но пока что, в принципе, наверное, выгоднее фармиться самому, без скрипта. В принципе, если хотите, можете использовать. Если нет, то можете не использовать. Толку от него почти нету. То есть, нужно ждать все-таки, когда сделают хороший скрипт. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. А вот такой видеоролик получился на сегодня. Кому понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.